незачем врать. Мы выдаем только правдивую информацию. Так что всем СМИ передаю привет. Зашкварщики. А теперь шрам конкретный. Короче, вот это я и хотел сказать. Тут мне пишут, с каким праздником. Сегодня великий праздник. День Святого Миколая. Скажите, пожалуйста, до кого Миколай приходил и что принес? Как стать чемпионом? Пахать надо. Надо пахать, надо отдаваться на 100% своему делу и верить в то, что ты делаешь. И Господь обязательно приведет тебя туда, куда ты идешь. Потому что мы чаще всего, очень часто останавливаемся на полпути. Думаем, что у нас не получится. Или мы слушаем каких-то людей, которые говорят, что у нас не получится. И получается, что им начинаем верить. Вообще, мне кажется, что надо себе такое правило поставить. Не советоваться и не слушать тех, кто не поддерживает вас или наоборот не стремится в том же направлении, что и вы. Потому что чаще всего человек, который не хочет трудиться, для того, чтобы добиться результата, нужна очень большая смелость. Смелость в том, что у тебя будет не получаться, ты должен понимать то, что у тебя что-то будет не получаться, потому что ты этого никогда не делал, ты это делаешь первый раз. Естественно, надо рисковать, надо идти, у тебя будет опять же не получаться, ты будешь нервничать, там, будешь говорить, что, наверное, я недостоин и все остальное. Нет, достоин, надо просто идти, трудиться и обязательно. Это что со звуком опять? Так что, друзья, вот такие вот дела. Любите, радуйтесь и будьте любимы. Всем добра. Теперь же надо понять, как это завершить все, да?